Всем привет! Сегодня в гостях у нас вот такая вот небольшая посылочка. Это пенал для моей племянницы, скорее всего. Сейчас мы посмотрим. Покупался на AliExpress, она сама его выбрала. Ого! Вот такая вот собачка, мягенькая игрушка с лапками. Очень мягкий материал такой, приятный на ощупь, но, наверное, будет пачкаться, если в нем носить ручки. Вот. Здесь есть вот такое вот крепление, сделанное из пластика. Молния хорошо прошита, нигде нитки не торчат, и замочек пластиковый, по-моему. Да, точно пластиковый. Вот так это все выглядит. Давайте попробуем немножко наложить туда ручек. Вместительная собачка, вот такая она пузатенькая получается. Всем привет! Подписывайтесь на канал Китай Гудбай. Вот столько всего влезло. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте о розыгрышах. До новых встреч и удачных покупок!